Вот, что интересно, что Russian Community, которая здесь существует, которые связались при помощи Фейсбука, я не буду уходить далеко от разных событий, 13 числа в субботу они собрались на Трафальгарской площади для того, чтобы устроить акцию. Акция, которая называлась Free Hug Against Rights. Я даже поучаствовал в этой акции, но заодно, естественно, взял интервью у девушек, которые являлись организаторами этой акции. Давайте его и послушаем. Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Сейчас я нахожусь на Трафальгарской площади. Сегодня 14 августа, суббота. И здесь находится компания русскоязычных людей, так называемый Russian Community of London, которые устроили флешмоб под названием Free Hugs Against Riots. То есть бесплатные обнимашки против, беспорядков. И я решил поговорить с организаторами этого флешмоба. Представьтесь, пожалуйста. Меня зовут Оля Ярош. Меня зовут Стейси Снайдко. И что вы здесь устроили сегодня? Мы устроили акт доброй воли, который просто выражается в том, что мы дарим людям бесплатные объятия с любовью от сердца, чтобы спасти людей от этого стресса, от того, что было после прошедших всех погромов и всего. У людей очень сильный стресс, и они нуждаются в моральной поддержке, чего мы и пробуем достичь сегодня, и просто хотим, чтобы у людей появились на лицах опять улыбки. А судя по впечатлениям, вообще люди ходят без улыбок или как-то стресс чувствуется вообще вот среди людей или нет? Чувствуется напряжение такое, но в принципе мне кажется, что со временем оно пройдет, особенно если мы будем как можно чаще устраивать такие акции. Сделать что-то доброе друг другу, что-то приятное, какие-то сюрпризы. Беспредельщики организовывались и творили бардак, мы организовываемся и дарим любовь. Любовь или обнимашки? С обнимашками мы мысленно передаем им спокойствие, любовь и что-то еще хорошее. Отличная идея. А сколько людей сегодня участвуют в этом флешмобе, в этой акции? На данный момент количество не определено, потому как к нам присоединяются постоянно просто прохожие. То есть мы им тоже даем таблички, майки с надписями. Они с радостью принимают участие. Изначальное количество людей, которые подтвердили свое участие, было 25 человек, но сейчас нас намного больше. И отношение само к людям. Меня только что, я читал свою ленту в интернете, спрашивают уже, и как люди подходят вообще или нет. Количество людей, оно большое вообще, которые подходят обниматься? Подходят постоянно, подбегают, обнимают, поднимают. Поднимают, приподнимают, что угодно творят. Я могу сказать, что лично у меня где-то в районе 300 обнимашек. Если учесть, что у нас где-то 20 человек, то, соответственно, мы вот час простояли. We are looking forward еще один час, как минимум. То есть количество обнимашек у нас растет безостановочно. В общем, если взять каждого участника, каждый обнялся не менее 200 раз, я так понимаю. Да. Умножить на 25 человек, я думаю, что это огромное количество сегодня охватили. Прохожие, плюсом прохожие, просто прохожие, которые останавливаются на 5, на 10, на полчаса, остаются с нами. Да. Шикарная акция. Спасибо за то, что вы настолько позитивно отнеслись к этим каким-то беспорядкам и решили поддержать английский быт, английский вот этот вот какой-то дух своими просто добрыми лицами, да, добрыми лицами и добрым делом. Всего доброго. Пожалуйста. Ждите еще. Вот таким образом незатейливо проходит быт в Англии у русскоязычных людей. Давайте я попробую еще у кого-нибудь взять интервью. Сейчас я подойду к девушке, которая тут стоит с плакатом «Бесплатное обнимание», и возьму у нее. Здравствуйте, как вас зовут? Юлия. И что вы здесь делаете? Участвую в акции «Free Hugs Against Rights». И что у вас получилось за сегодня? У меня получилось около 150 хакс. 150 отжиманий, обниманий на улицах Лондона.
люди, которые подходят, они что-то говорят, советуют, радуются, плачут. Есть стресс какой-то или что-то у них? Стресса нет, наоборот, наверное, это расслабляет. Сколько людей на улице ходят вот такие с грустными лицами, которые действительно им необходимо вот это вот? Ну, больше, чем 150, конечно. Но они не подходят? Нет. Они все в стрессе после вот этих беспорядков в Лондоне? Да, им что-то не дает подойти, расслабиться и просто обнять друг друга. Спасибо. Спасибо, всего доброго. Потрясающая акция по своей доброте, я бы сказал. И очень хочется, чтобы люди действительно творили какое-то добро, а не занимались ерундой, гуляя по улицам.